Приближается День защиты детей. Детство – самая прекрасная пора в жизни. Сегодня газета «Знамя труда» в свежем анонсе призывает вас стать детьми хотя бы на минутку. А все потому, что 31 мая на нашем сайте завершается голосование в конкурсе «Мое первое событие». Этот конкурс собрал прекрасную компанию очаровательных деток. Маленький Гулёна Марсель, улыбчивый малыш Данияр, папина дочка Риана и мамина чудо Рияс. А еще на нашем сайте вы увидите первые шаги Сабиночки, первую прогулку Яночки, Владислава Архипова, любителя пюре из кролика и сладостей. Конкурс собрал немало интересных историй. Рассказ о малышке Катерине, поучительную историю от мамы Наташи о настоящих героях, рассказ о маленьком цыпленке Карине и запасливом хлопце Тимуре. Нас порадовали рассказом о первых днях Софиночки и первом большом дне рождения Михаила. Голосуйте за малышей. Три победителя конкурса получат замечательные призы – подарочные сертификаты от магазина «Детский мир». Теперь внимание! 31 мая в 10:00 в спорткомплексе «Татнефть» пройдут детские соревнования по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке на призы газеты «Знамя труда». Ждем детей и родителей на спортивный праздник. А теперь интрига дня. В прошлом анонсе мы спросили у вас, с какого года газета «Знамя труда» стала цветной. Посетители сайта прислали нам много ответов, но правильного среди них не оказалось. Раскрываем тайну. Газета «Знамя труда» стала цветной в 2007 году. Ну а поскольку приз не нашел своего обладателя, мы объявляем новый конкурс. Предлагаем вам придумать слоган, частушку или четверостишие, в котором будут содержаться слова «Газета «Знамя труда». Присылайте свой шедевр в комментарии под этим видео, ну а мы выберем лучший и наградим его автора призом. Всем удачи и отличного летнего настроения!